Ну что, народ, соскучились по обновам? Давненько их не было, скажите. Очень давно, всего лишь неделю или две. Бабац. Новый шмот R10. Адских мук называется. Вечером будем знать, как он выглядит. Пока еще обновления на маркете нет. Что у нас по статистике? Здоровье кавы 340. 604. Здоровье войск 306. 542. Прилично добавляет. Осада 604, 636, 636. Но, скорее всего, я сейчас высчитывать не буду, потому что шмот считать геморройнее, чем все остальные предметы, так как здесь по 5 показателей, а не по 3. И они в разброс идут. Ну, процентов по 700 добавит. Потому что каждое новое обновление, каждая новая вещь, которая выходит, она добавляет по 700%. И к первым 3% по 200. Попозже, может, заморочусь, пересчитаю. И вечером, когда уже вид нового шмота выйдет, выпущу еще одно видео. На рынке Альянса. Что у нас здесь изменилось? Письмена крови появились. По-моему, их не было. Шмот неземной появился здесь, место разрушения. Письмена статуи созидания. К сожалению, я все это собрал уже, кроме неземного и вороньего. Созидание есть, у меня кровь есть. Для меня это уже невыгодно. А вот вороньи и неземной буду добивать. Еще 3 вороньих шмота и 1 неземной. Герои без изменений здесь остались. На алтаре духа, в ритуалах. Что у нас здесь? Здесь без изменений как будто. Вот жалко, что сюда не добавили. Косипоры, разрабы, как обычно. Где-то добавляют, где-то не добавляют. Здесь на тесте нет в центре событий огненных земель, нет КВК. Здесь есть только золотое событие. Из тех, которые у нас присутствуют. В золотом событии по-прежнему у нас письмена крови идут. КВК тут начнется через 3 дня. И тогда, хотя можно взглянуть. Тупанул я, можно отсюда зайти. С центра событий не видно. А отсюда можно зайти. Такс, такс, такс. Королевские наборы без изменений, а вот за очки, где мне посмотреть за очки? Что-то я не помню, как отсюда посмотреть мои очки, награды.
Ладно, попозже разберемся. Про новый шмот продолжим. Требуется 100 частиц на создание. И требуется для его создания неземной. Плюс 2. Так, смотрим его усиление. На первоначальном уровне плюс 0, 604, 627, 680, 764, 1059 на максималке. На 400% выше от первоначального. Что-то отключись ты уже. Вот. Так, этот мы глянули. Кому не лень, можете посидеть, сами посчитать, сколько добавится. Здесь, к сожалению, не видно, сколько требуется материалов. Ну, естественно, в тире тоже обновится. Все, что касается шмота, для тира тоже обновится. На этом у меня все. Вот с такой радостной новостью я к вам пришел сегодня. Счастье, полные штаны. Но я давно уже не обращаю внимания на эти обновления. Если подходит какая-то вещь, которую я почти собрал, значит скоро ее будут менять. У меня 5 шмоток есть неземного, значит новый шмот выходит. Следующими будут... Так, статуи уже вышли. Вороньи тоже были недавно. Следующими будут эмблемы. Или между ними герои появятся, а потом эмблемы. Вот у меня ни одной эмблемы львиного сердца нет. Рановато их менять. Всем пока. Подписывайтесь, кто еще не подписан.